Обсудить будущий облик здания и сроки проведения капитального ремонта бывшего корпуса начальной школы номер 22. С этой целью на территории образовательного учреждения собрались химкинские депутаты, представители родительской общественности и педагоги. После строительства нового здания на улице Микояна, 47, этот корпус опустел и пришел в негодность. Сейчас в него планируют вдохнуть новую жизнь в рамках программы президента «Новая школа». В рамках этой программы проводится капитальный ремонт объектов образования по инициативе жителей и при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева удалось включить в программу, соответственно, это здание. И в этом году уже здесь начнутся строительно-монтажные работы. Мы с нетерпением ждем этого, и депутаты, и жители. В ходе капитального ремонта здесь планируют обновить внутреннюю отделку и фасад здания площадью 1500 квадратных метров. Отремонтируют спортзал и зону отдыха. Образовательное учреждение рассчитано почти на 200 учеников. Школа будет профильная, здесь будет с 8 по 11 класс. Но также надеемся, что нашим ребятам здесь будет уютно, комфортно, и они получат тот багаж знаний, который необходим для поступления в наши вузы. Присматривать за капитальным ремонтом будут представители родительской общественности и руководство школы. Ну, ожидаем, что все будет хорошо, учитывая, как отремонтировали кадетский корпус, школу-интернат. Все у них прекрасно, все у них замечательно. Здание было старое, а сделали просто конфетку. Открыть обновленный корпус планируют в начале следующего учебного года. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.